Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван Брюс 07, и сегодня я сниму обзор на свои Beyblade Волчки плюс битву. Сейчас я вам покажу свой Beyblade Волчок Xeno Excalius. Вот он в таком собранном виде, потом я вам разберу его и покажу в разобранном. И Victory Voltrek. И сейчас я вам скажу владельцев блейдов. Владелец Xeno Excalius Ксандр Сакадера, а Волтрека Волт Ауи. Сейчас я их разберу. И да, еще, кстати, вот такая установка. Сейчас я их разберу и вам покажу. Вот. Сначала покажу верхушку Экскалиуса. Вот она такая вот. Сканировать ее нельзя, потому что это Beyblade не от Hasbro. Так. Такая вот серединка Экскалиуса. Такой вот наконечник пластмассовый. Так, и сейчас покажу вам Волтрека. Вот такой его передний вид. И вот, кстати, его можно сканировать. Это Beyblade от Hasbro. Можете прямо с видео сканировать. Вот такая вот серединка. Наконечник. Ну, как видите, резиновый. Поближе вам покажу. Ну, и сейчас я их соберу и приступим к битве. Сейчас. Приступим. Сражается Victory Voltrek против Xeno Excalius. Первая битва. И да, кстати, битв у нас сегодня будет 3, чтобы победил именно какой-то определенный блейд, а не там ничья или... чтобы было без ничьи. Итак, первая битва. 3, 2, 1, вперед. И да, кстати, снимает меня сейчас моя мама Лиля. Поздоровайтесь. Всем привет. И ничья. Ничья, счет 0-0. Итак, второй раунд. 3, 2, 1, вперед. Да, напишите в комментариях, кто вам больше нравится. Victory Voltrek или Xeno Excalius. И тем временем победил Victory Voltrek. Так. Сейчас запустим первого Voltrek'а. Итак. Третий раунд. Счет 1-0. В пользу Voltrek'а. 3, 2, 1. Вперед!
после того, как остановился был трек, и потом удар, и был трек разбился, мы даем Экскалиусу 2 очка. И он обгоняет Волтроека. Счет 2-1 в пользу Ксена и Экскалиус. Итак, четвертый раунд. 3-2-1. Вперед! Победил в Викторе Волтроек. Со счетом, да, он обогнал Ксена и Экскалиус, и этим выиграл битву со счетом 3-2, победил Виктори Волтроек. Итак, вторая битва. 3-2-1, вперед! Побеждает Ксена Экскалиус в этом раунде. Счет 1-0 в пользу Экскалиуса. И да, сейчас покажу вам своего котика. Вот он. Напишите в комментариях, нравится или нет. И приступим к битве. 3-2-1. Вперед! В этом раунде выигрывает Ксена Экскалиус со счетом. Счет становится 2-0 в пользу Экскалиуса. Итак, третий раунд. 3-2-1. Побеждает в этом раунде Виктори Волтроек со счетом, кстати, да, счет становится 2-1 в пользу Экскалиуса. Ой, да, Экскалиуса, правильно. Так. Итак, четвертый раунд. 3-2-1, вперед! Счет удара об арену побеждает Виктори Волтроек. Он сравнял счет. И счет становится 2-2 равным. Итак, решающая битва. Раунд. 3-2-1. Вперед! Побеждает Виктори Волтроек в этой битве со счетом 3-2. Итак, последняя решающая третья битва. 3-2-1. Вперед! Ничья. Так как разбились оба блейда, счет 2-2 равен. Посмотрите пока моего котика. Он хороший. Ставьте лайк, если нравится котик. И да, зовут его Федька. Федя, Федося.
Итак, второй раунд. Решающий раунд. 3, 2, 1. Вперед! Побеждает Виктори Волтроек. И по победам у нас побеждает Волтроек. За счетом 3-2 в этом раунде победил Виктори Волтроек. Ну что ж, видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, нравится вам котик или нет, и кто вам больше нравится. Всем удачи, всем пока!